Коллектив ТУО «Уральская птицефабрика» запустила новый цех. Введенный в эксплуатацию завод может производить до 18 миллионов яиц в год. На реализацию нового проекта государство предоставило субсидию в размере 124,3 миллиона тенге. Аким области Гали Искалиев ознакомился с работой нового цеха. Уральская птицефабрика – единственное специализированное предприятие в регионе по производству товарных куриных яиц. Продукция фабрики, введенная в эксплуатацию в 2002 году, пользуется спросом в регионе. Крупнейшая птицефабрика Казахстана имеет производственную мощность в 90-100 миллионов яиц и 250 тонн мяса птицы в год. На фабрике выращено 25 тысяч цыплят. Строительство и ввод в эксплуатацию нового цеха позволили увеличить производство мяса птицы и яиц. Стоимость проекта – 375 миллионов тенге. Современное оборудование было закуплено в Германии. В принципе, государство хорошо уделило развитию птицеводства. Сейчас немножко объем именно на товарное яйцо снижается. 1,1 мы будем получать именно наша фабрика. Но зато тоже субсидируются многие там вещи и по ветеринарии, и инвест-проекты субсидируются. Вот 385 миллионов инвестировали, инвестиционные субсидии была? Мы только подаем, потому что мы только ввели в эксплуатацию, сейчас будем подавать. Да, какая сумма будет возвращаться? Возвращаться в районе 75 миллионов. В связи с расширением производства на постоянной основе было трудоустроено еще 6 человек. Из-за нехватки специалистов вся новая линия работает в автоматическом режиме. Для поддержания ее работы требуется только один человек, остальной процесс регулируется компьютером. Цех разделен на две зоны отопления. Ага. Поэтому у нас стоят 4 датчика только на то, чтобы была комфортная температура для птиц. Сейчас ощущаемая температура 19,6 цеху. Ага. Внутренняя вот 20,9. При повышении температуры срабатывает вентиляция. Глава региона подчеркнул, что предприятие получает серьезную поддержку от государства для возможности дальнейшего развития. Поэтому в будущем важно поддерживать хорошую ценовую политику для населения. И вам важно поддержать цену для населения как бы на том уровне, как минимум, стараемся, который сейчас зафиксирован. Потому что продукт, вы сами же говорите, каждый день 300 тысяч яйца производите, значит продукт имеет большой спрос. Он же и в кондитерке, и в домашнем хозяйстве везде используется. Там. Да. Поэтому продукция важная для региона. И мы всегда на ярмарках видим, что за вашей продукцией всегда очередь стоит. Значит, то есть, и цена хорошая, и продукция важна. Поэтому держать цену для населения это одна из главных задач. Да? И наша, и ваша. Государство помогает вам, вы, соответственно, должны стараться, чтобы цена не поднималась. Ну и качество, соответственно, было хорошее. Поэтому давайте успех вашей компании. Уральская птицефабрика не только обеспечивает регион качественной продукцией, но и работает на рынке соседних областей. Запуск нового производства позволил увеличить мощности вдвое. Екатерина Шмидт, Алмаз Идиетов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.